Жуткая авария произошла в Златоусте. Грузовик столкнулся с тремя легковушками, после чего протаранил стену продуктового магазина. Очевидцы сняли трагедию на камеры мобильных телефонов. На кадрах видно, как у здания собралась толпа. Люди наблюдают, как спецтехника вытаскивает грузовик. По предварительной версии, причиной страшного ДТП стал отказ тормозов у большегруза. На место прибыла бригада скорой помощи, несколько нарядов полиции и пожарные машины. Известно, что в результате трагедии пострадало 7 человек. Всех их увезли в больницу. Среди пострадавших двое подростков. Позже в реанимации водитель одной из легковушек, которая попала под таран большегруза, скончался. Сам шофер грузовика тоже под наблюдением медиков. Эксперты уже установили, на момент аварии он был трезв.